Дорогие друзья, всем привет! С вами передача «Покашеварим» и я ее ведущий Виталий. Сегодня я вам покажу, как сделать очень вкусные детские конфетки из сухого молока и банана. Этот рецепт мне подсказала коллега с работы. Лена, спасибо тебе! Для того, чтобы сделать эти конфетки, нам потребуется сухое молоко, грамм 300-400, жидкое молоко немножко, банан. На самом деле можно использовать вот совсем уже такой перезревший банан, это будет даже лучше. Сахарная пудра, сливочное масло и кокосовая стружка. Лучше использовать обычную белую, она без всяких красителей, но я для красоты использую зеленую еще кокосовую стружку. Мешаем 300 грамм сухого молока и 65 грамм сахарной пудры. Растапливаем немного сливочного масла и греем жидкое молоко. К смеси сухого молока и сахарной пудры добавляем по 2 столовые ложки масла и молока. Тесто из сухого молока должно получиться достаточно плотное, как такой советский пластилин. Если недостаточно добавленной жидкости, добавляйте еще молока. Банан мнем вилкой почти в кашу. Из полученной массы лепим чашечку, куда добавляем бананчик. Залепляем края и обвариваем в кокосовой стружке. Конфеты убираем в холодильник на несколько часиков, и их можно есть. Вот и все, вкусные конфетки готовы. Не забывайте подписываться на канал, ставьте пальцы вверх и комментируйте видео. С вами была передача «Покашеварим», я ее ведущий Виталий. Всем пока, до новых встреч!